10 против одного. Новичок. Боится. Прикуси язык. Это не каждому по плечу. Здесь все решает последний дюйм. Об этом не говорят. Нет, я не опоздал. Я вообще не лечу. Вы получили наследство? Почти. С моей работой покончено. Не торопитесь, Бен. Есть выгодное дело. Тогда это не для меня. Мне осталось открутить еще 500 метров. За это телевизионная компания платит $4000. С этим стоит повозиться. Но я подписал еще один контракт и через 2 часа должен вылетать. Поздравляю. А что же тут выгодного для меня? Эти 4000, Бен, вы можете заработать сами. Обстоятельства вынуждают. Не хочу расставаться с ним. Даже на время не хочу. Ну, а если он все-таки передумает? А я уже пошлю телеграмму. Если номер этой машины разделится на 3, то он передумает. Не делится. Вам лет? 43. Выглядите вы старше. Но и в ваши годы мало надежды устроиться летчиком. Неужели для вашего парня так уж важно, на какие деньги вы его кормите? Слушайте! В боксе это называется... Знаю. Бить ниже пояса. И ваше снаряжение. Ну вот, умница. Только помните, компании нужны крупные планы. Ну а деньги? Ну, я плачу аренду за аппаратуру, за прокат самолета, и потом мы с вами... Ну, значит, 50 на 50. Чертова бухта. Она в пограничной зоне, но 2000 это полгода вполне приличного существования. Кого вы берете с собой? Никого. С ума сошли. При такой работе 2000 пополам не делится. Вы помните улыбку этих кинозвезд? В жизни не видел ничего приятнее. Ну, как хотите.
только я бы на вашем месте... Нет уж! Оставайтесь на своем месте. Не забудьте для этих малюток захватить хорошую закуску. А он что, тоже летит? Тебе сказано было дать телеграмму и домой. Мне почему-то показалось, что ты передумал. Что передумал? Отправлять меня. С чего это взбрело тебе в голову? А сейчас мне нельзя стоять? Ведь мистер Джиффорд уехал. Мешки. А? Сам говорил, в самолете два места. А почему не взять парня? Вы же его в воскресенье отправляете. Лишняя возня. А где провод? Дэви! Принеси шнур. Он там у бензобака. Пойди возьми себе леденцов. И самых кислых. Его что, укачивает? Кого? Меня? Станет совсем ничего. Пригни голову пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину. Хорошо. Прямо и смотри внимательно. Даю левую педаль. Куда пойдет машина? Ручку на себя и от себя. Ты это помнишь? А если одновременно ручка влево и правая педаль? Быстро. Сколько раз я тебе объяснял? Смотри. Рожденный летчик. Следи хоть за показаниями приборов. Это помогает.
160. Высота? 2000 футов. Скорость? 195. Давление масла на красной черточке. Время штука коварная. Как ты узнаешь, с какой стороны ветер? По волнам, по облаку. Чутьем. Смотри, как надо идти на посадку. Какая маленькая площадка. Все дело в правильном расчете. Пятнадцать дюймов. Девять. Шесть. Беру ручку на себя. Снимать не стану. По-моему, ты очень привлекательна. Но ведь за тебя ничего не платят. Какая тишина. Покой. Честное слово, здесь можно жить по-человечески. Хитрецы забрались в свои доми, и вам ровным счетом наплевать на все. Наплевать ровным счетом. Ну-ну, чего ты испугался? Этот пулемет не стреляет. Поиграть хочешь? Я же вижу, тебе очень хочется поиграть. Вот так. Ну, будь здоров. И старайся не унывать. Ах, какой парень! Только не притворяйся страшным. А ну, покажись. У тебя 8 ног или рук, не знаю, как ты их называешь. И всем, наверное, находится работа. Ну, ты просто счастливый. Помогай.
клубы. Хорошо, когда есть настоящая работа. Я все время хотел тебе сказать, но как-то не получалось. Я ведь решил не бросать тебя в трудную минуту. Ты молодец, Бен! Если бы хоть раз ты сказал мне это слово. Ну, скажи. Скажи. Какого черта? Какого черта ты забрался в кабину? Полотенце и неси пакет с мясом. Это для акул? А кто-нибудь знает, что мы здесь? Нет. А нас могут найти? Нет. И никто не должен знать, где мы были. Я уже сказал. Ах, вот что. Боишься остаться один? Поднимается ветер. Никогда и ничего не бойся, когда ты один. Запомни это. Очень хочется лезть в воду. С чего это ты взял? Просто так, мне кажется. Пусть тебе ничего не кажется. Thank you.
ты орешь? Кровь. Вымазался, когда привязывал мясо. Это еще возмутило. Я сейчас приду. Не ходи. Там осталась камера. Не ходи. Прошу тебя, не ходи. Ты считать умеешь? Камера $600. И то, что в ней, не меньше 1000. Ну? Не ходи! Подарить такую сумму акулам? Я не так богат. Что ты? Не пущу! Перестань! Ты же мужчина, Дэви. Разве можно так? Можно! Можно! Спокойнее, малыш. Я сейчас же вернусь. Даю тебе слово. С тобой ничего не случится. А с тобой? И со мной тоже. Я все тебе скажу. И про телеграмму. И если уж так надо, я уеду. И буду жить у бабушки. Только выходи.
не станет меня, не станет его. Не найдут его здесь. Или найдут слишком поздно. Перевязал тебя. Крепче. Неужели ты не можешь? Крепче. Я должен сказать тебе, если опять потеряю сознание. Нет. Сначала вытащи меня из акваланга. Душит. Так. Так. У тебя по ногам все еще течет кровь. Андрей, знаешь, что мы с тобой сделаем? Расстели полотенце. Похоже, что мы собираемся купаться. Теперь тащи к самолету. Постарайся понять, малыш. Тебе придется все делать самому. Так уж получилось. Ладно. Подожди. Что ты на меня так смотришь? Я никогда не мог тебя следует разглядеть. Ну? Давай. Тебе хочется пить? Конечно. Но я умею терпеть. В следующий раз мы захватим дюжину фруктовой воды и лед. Тоже. Устал? Кто? Я? Теперь навали камни у дверцы. И повыше. Тогда я как-нибудь заберусь в кабину. Возьми камни из-под колес. У той дверцы с этой стороны помешает рулевое управление.
Док Дэви. Этот слишком тяжелый. В жизни можно сделать все, если не надорвешься. Как же ты поведешь самолет? Что? А, это нетрудно. Ну ты и глаз совсем не открываешь. Ты же помнишь, я могу и с закрытыми глазами. Мы не можем лететь. Не говори глупостей. Ты не сумеешь вести самолет. Ветер сам отнесет нас домой. Лучше не пытаться. Не смей говорить таких вещей, дурак! Послушай, Дэви, иди сюда. Дэви, сейчас не время. Я прошу тебя. Ну, прости меня, Дэви. Придется тебе взяться за дело самому. Колеса свободны. Запоминай все, что я скажу. Запри дверцу. Потяни рычаг газа. Поставь всю ступню на педаль. Поверни выключатель. Крайний слева. Нажми кнопку. Ну? Левую педаль. Дай газ. Развернись против ветра. Это я могу. Сбавь газ. Ладно. Что дальше? Ты повернул против ветра. Да. Теперь. А где кинокамера? Дай ручку вперед. Теперь прибавляй газ. Не бери на себя ручку, пока я не скажу. Поднимись на 3000. Иди вдоль. Не смей, не смей, очнись.
нужны крупные планы. Летим. Честное слово, летим. Эви! Где мы? Иду вдоль берега. Какой курс? 340. Так и держись. Как тебе удалось подняться? Возьми карту. Там отмечено, где менять курс. Замечаешь только перед смертью. Славный парень. Не хочу, чтобы он умирал. Не хотел я, чтобы умирала мама. Но почему-то люди всегда умирают. Нет, только бы довести машину. Только бы довести машину. Он взял всего дюжин пива. Я не могу один! Не могу один! Надо идти на посадку! Ну, очнись же! Теперь она не хочет идти вниз! Поверни ручку триммера. Убери газ. Дай ручку вперед и ее влево. Впереди большой самолет. Вниз, только вниз. Молодец, Дэви. Молодец. 20 дюймов, 9, 6, рано, еще рано, пора, пора.
Представьте себе. Все дело в адреналине, а вы вырабатываете его как атомную энергию. Дэви. Он здесь, жив-здоров. А вам предстоит операция. И чем быстрее, тем лучше. Правая рука? Нет, левая. Дэви. Надо беречь силы. Дэви. Все остальное потом. Ну, хорошо. Только 2-3 минуты. Расклеился твой старик. А как поживает телеграмма? Ветер унес ее. Да. Ну, вот и хорошо. Человек, наверное, один не может. Не должен. Теперь валяйте, как будто ничего не случилось. О чем ты думаешь? Так. О себе. О тебе. Я тоже буду летать. Как ты? Thank you.
Неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять все до конца. До последнего дюйма. Хорошо, если ты сможешь. Не я, так ты. Thank you.